Мне нужны они. Пациент согласился продолжить этот курс видеотерапии. Сейчас я меняю курс приема препаратов. Убираю миколит и прописываю прием конвуликса с квитиапином. Что ни слово, то загадка. О, если бы я знал, что так легко достать бесплатные наркотики, я бы давно так и сделал. Почему вы говорите это в камеру? У меня есть друг, который выложит это на YouTube. Не думаю, что это произойдет. Посмотрим. Я говорил тебе, что у тебя милые глаза. Они хорошо смотрятся на твоем лице. Не то чтобы я хотел выдавить их из твоего черепа и носить как брелок для ключей. Это комплимент. Что ж, сегодня у нас плохое начало беседы. Я не люблю раннее утро. Вы находитесь здесь уже больше месяца. Как вам Аркхам? Неплохо. Но чего-то не хватает, чтобы чувствовать себя как дома. Как вы проводите свои дни? По понедельникам у меня занятия. По вторникам я здесь с вами. Среда это... день пиццы. Я это люблю. По четвергам я общаюсь со своим приятелем Кармайном Фальконе. Мы говорим о политике, погоде, моральной деградации общества. Ну, по крайней мере, я об этом говорю. Он обычно отвечает этими анекдотами типа «Пугало! Пугало!» Пятницы... Я не люблю пятницы. Почему? Потому что этот проныра из главного офиса донимает меня. Мистер Филдс, глава обвинения. Он пытается отправить вас обратно в тюрьму под предлогом того, что вы симулируете безумие. Плохо, что Харви Дента нет. Он знал, через что я прошел. Это удобно. Везет мне. Тогда объясните мне, через что вы прошли? Вы симулируете безумие? Нет. Нет, не симулирую. Вы считаете, что вы сумасшедший? Это интересный вопрос. Видишь ли, сумасшедшие люди не считают себя таковыми. Они думают, что становятся разумней. Так что нормальные люди не должны думать, что они в здравом уме, потому что тогда они становятся немного сумасшедшими. Я не могу вернуться обратно в тюрьму. Я просто не вынесу этого. Вы не можете отправиться обратно в тюрьму. Вы пытались убить большую часть заключенных гомосексуалистов. Вообще-то я больше думал о собственной безопасности. У меня такие, знаешь ли, деликатные черты лица и волнистые волосы, и я не думал об этом. Значит, вы беспокоились о своей безопасности. А есть ли разница между беспокойством о личной безопасности и быть обеспокоенным о возможности изнасилования 15 мужиками в душе? Думаешь, они заведут дело из-за того, что я хочу избежать этого? Оценка вашего ментального здоровья это определяет. Затем вы и посещаете эти сессии. Но ты же профессионал. Как ты считаешь? Я не думаю, что человек в здравом уме сожжет целое состояние. Я сжег только свою часть денег. Проблема в том, что она была снизу. Я не думал, что это так. Обвинение заявляет, что вы ничем не отличаетесь от других преступников в этом городе. Не отличаюсь. Вы украли деньги. Я сжег их. Вы лгали людям. Ну, я лгу только во благо. Разрушили имущество. Я не думаю, что нам реально нужны больницы. А как насчет убийств? Когда плохие парни убивают, они это делают для прибыли. Когда они это совершают, вмешиваются эмоции. Это либо месть, либо это их профессия. А вы нет? Когда я это делаю, меня это развлекает. Я не думаю, что вы беспокоитесь о том, к чему это все привело, поскольку это вас забавляет. Конечно, я делаю то, что делают обычные преступники. Ну, за исключением того, что на мне клоунский грим. Да, но представители обвинения это не убедит. Ты когда-нибудь видела труп? Это простой вопрос. Я повидал свое. Да, я видел труп. Я не говорю о тех, которых мы видим на похоронах. Там как раз все заканчивается. Я говорю о том моменте, когда искра жизни исчезает. А все, что остается, это просто объект. Ты когда-нибудь видела таких? Нет, не видела. Проводи со мной немного больше времени, и уверен, у тебя будет шанс.